пообщаемся сейчас с Рашидом с помощью вайбера и громкой связи и видеозвонка. Он вышел через 45 дней после того, как мы его проводили до границы. Он вместе с Карлосом доехал до Тихуаны. Он ему помог там очередью там и так далее. Вот. Человек вышел под статус пароля, под него подписались поручители. Ну, мы сейчас все у него спросим, он все нам расскажет, каким образом он использовал поручители, как он так быстро вышел без залога, ну и так далее, сколько у него зарплата и прочее. Итак, мы сейчас выходим на связь и переключаемся. Как у вас дела? Рашид. Нормально, как вы сами? Отлично. Вы в каком штате? Алло. Рашид. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке? У вас сейчас сколько? Я в Нью-Йорке. Понял. У вас сейчас сколько времени? Время сколько сейчас у вас? Так, 8:32. Понятно. Расскажите, как проходили, как вообще, сколько вы находились в иммиграционном лагере? Вы в общей сложности сколько там провели времени? 45 дней. Вышли под залог или просто под пароля? Под пароль. Понятно. То есть поручитель помог вам выйти. Поручитель помог вам выйти быстро. Да. Да, я там 4 поручителя предоставил. Поэтому я смог бы выйти пораньше, но там. А если поменялись, они каждые 40 дней меняются. Из-за этого мне на полмесяца продлилось. А так через 20 дней я сдал вот этот пароль документы на пароль. Все документы сдал, и через месяц уже ответ должно было. То есть можно было через месяц под пароль выйти? Да. Я понял. Некоторые через 30 дней, вот один украинец через 35 дней вышел под пароль. Понятно. У него там братан жил, и паспорт был у него, бизнес был у братана, поэтому сразу выпускают. Сейчас много людей там... Мест нет, чтобы долго задерживать. Понятно. А вы в каком месте? Каждый день. В каком месте были? Фолкстон. Какой штат? Фолкстон. Асет там. Я понял. А какой штат у вас был? Знаю. У вас штат какой был? Джорджия. Понятно. Сейчас вы работаете, да? Да, пока здесь трудно жить без работы. Сколько получается? Подрабатываю. Сколько получается в час у вас сейчас зарплата? Сейчас без налога 12. $12. Но с учетом налогов не знаю, сколько выходит. Да, $12 в час. Понятно. Хватает? Пока, да, на питание даже не хватает.